такой маленькой скоростью-то едешь? Я хочу перестроиться. Так включи поворотник. Иногда тоже наглеть не стоит. Хотя у тебя пробудка, он, смотри, да? Где он далеко остановился, конечно. То сейчас у тебя привычку войдет, что ты будешь вот так, что меня пропустят, угу. Тоже не всегда это верно. Тут не угадаешь. Тут все зависит от ситуации. Какое настроение у того водителя? Так, вот это пешеходный переход. Ну что ты делаешь? Вот тут я схватился за руль. Ну а зачем ты? Вот смотри, во-первых, там сплошная была. Ты еще не успела проехать. Во-вторых, ты начала резать в наглую. Но если бы ты газу бы дала бы, тогда бы еще бы да. Успела бы, да. А так ты прям поехала прям в него. Ну, дальше делаем вещи. Ты видишь, начинаешь тормозить для чего-то. Сейчас немножко скинь скорость, немножко. А вот она проехала газой, в зеркало посмотрела, перестроилась с газом. Вот так нужно. А не так, что со светофора поехали, мы еще не успели проехать стоп... Я рано. Надо чуть-чуть надо проехать. Надо было за стоп-линией уже перестраиваться с газом. А я начинаю сразу, да? А ты начала сразу, да, и ты начала движение, только ты начала в левый ряд сразу движение. А тот водитель просто опешил, думает, куда она поехала. Здесь смотри, как ты угол срезала. Куда поехала? Непонятно. Все, вижу. Влево сместилась без поворотника, вправо сместилась без поворотника. Все, до свидания на экзамене. Понимаешь, что вот такие вот эти мелкие мелочи, они вот и... Ну, знаешь, иногда мелочи. Из-за мелочей большие проблемы. Задача не отменялась. Опа, и по двум сплошным. Почему правым колесом?